Ах ты! Хотел напасть Симон на попугая, но вдруг ему стало плохо. У него закружилась голова, помутнело в глазах. Он упал на пол. Попугай подлетел к нему и начал говорить. Я и тебе подсыпал в молоко отраву. Ты думаешь, вы бисеры, и у вас много влияния? Ты думаешь, вы непобедимые супергерои, в которых все нуждаются? Здесь ты глубоко ошибаешься. Вы просто такие же любимцы своих людишек. Домашние животные, как и все другие здешние зверюшки. Я покажу этому району настоящее зло. Все будут ненавидеть вас просто уже за то, что вы загнали беззащитного человека к реке, закусали его.